Пермском крае существуют разные законы, которые направлены на оказание материальной помощи семьям с детьми. Есть долгосрочные законы, а есть кратковременные. Такой появился в этом году. С 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка или последующих детей назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 10 289 рублей. Данная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Пермского края. 10 289 рублей могут получить те родители, у которых третий или последующий ребенок родится с 1 января 2019 года. Важно, что такая материальная поддержка временная. Закон будет действовать лишь на протяжении этого года. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается только тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, в среднем на душу населения. На сегодняшний день данная величина составляет 10 098 рублей. Узнать, попадает ли ваша семья в данную категорию семей, вы можете в социальной защите населения. Адрес на ваших экранах. Также информацию можно получить по телефону 4-34-41. Кроме того, семьи могут получить и другие льготы. На какую помощь от государства может рассчитывать именно ваша семья, узнавайте в соцзащите. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».